Кино в 8 вечера на РЕН-ТВ. Микрофон. Готово? Порядок. 10, 9, 8. Ты толкаешь машину быстрее, чем моя мама ездит. Ты залечиваешь раны льдом и ломаешь стены. Что-то такое, черт возьми. Жан-Клод Ван Дамм. Универсальный солдат. Конец эфира. Завтра. Кино в 8 вечера на РЕН-ТВ. Юлия, будущий скандально известный журналист. А кто ты? Правильно. Жажда подскажет. Поздравляю. Отличный зал. Все новое. До последнего винтика. Надо с ним поработать над техникой. Известный своим нежным вкусом молочный шоколадный скейт-классик теперь стал еще нежнее. Нежнее, Виктор. Еще нежнее. По индивидуальной программе. Нестле-классик. Сама нежность. Мужчин от Лакост. Хватит стричь секущиеся волосы. Гораздо проще восстановить их. Новейшие технологии от Глискур помогут вам в этом. Шварцкопф. Опыт профессионалов для ваших волос. Поститесь на здоровье. Быстро. Когда нет времени перекусить, даже легкий голод может помешать вам. Даниссимо питьевой. Так много сочных фруктов и нежный сливочный вкус. Даниссимо. Лучший способ перекусить со вкусом. Пришло время Даниссимо. Теперь в новой упаковке. Жирные волосы. Не лучшее ощущение. Ты словно в вакууме. Тимоти создал новый шампунь с эвкалиптом и мелиссой для ухода за жирными волосами. Он нежно очищает и освежает волосы, делая их легкими и пышными. Тебе откроются все краски мира. Тимоти эвкалипт с мелиссой. Свежие и легкие волосы. Представляем руки, победившие на конкурсе самых ловких. Но даже им не удается открыть обычный бульонный кубик. Все проще с кубиком Маги. Только у него есть специальный язычок, потянув за который вы откроете замечательный вкус бульона Маги. Настоящий куриный бульон должен быть золотым. Бульонные кубики Маги открываются просто. Маги. Новый Вело дизайн. Твой стиль общения. Фантастический стайлинг, который выделит тебя из толпы. Запредельные эффекты. Хаос, экстрим, блеск, кудри. Вело дизайн. Твой стиль общения. Вело! Моя жизнь сплошная скука. Все меняется, когда приходят они. Надоело однообразие? Съешь пикник! Столько вкусного в одном батончике! Вафли, арахис, изюм, воздушный рис и карамель в чудесном шоколаде Кэдбери! Пикник замешан и завернут! Умение управлять – это искусство. Умение управлять – это искусство, знание и мастерство. Президентская программа подготовки управленческих кадров продолжает свою работу. Подготовка российских менеджеров для реального сектора экономики возведена в ранг государственного плана. Новые люди – носители новых знаний. У нас сейчас в программе участвует более 80 образовательных учреждений из 52 субъектов Российской Федерации. Программа открывает новые возможности. Я нашла единомышленников. Расширился мой профессиональный кругозор. Мое участие в программе позволило внедрить на предприятии проекты быстрой реакции на рынок, интерпретацию запросов клиентов и информационной системы управления. Если у вас есть высшее образование и опыт работы с людьми, вы владеете иностранным языком и вам нет еще 40 лет, вы можете принять участие в президентской программе подготовки управленческих кадров. Playboy. По субботам, после полуночи, на РЕН-ТВ.
Кино в 8 вечера на РЕН-ТВ. Наша школа оборудована теперь системой датчиков и видеокамер, позволяющих компьютеру и мне следить практически за всем, что происходит в колледже, и управлять на основе этой информации. Программа уничтожения запущена. Бежим, компьютер меня видит. Никто не покинет здание, пока компьютерный убийца в сети. До встречи в аду. Компьютерный убийца. В воскресенье, кино в 8 вечера на РЕН-ТВ.